Приветствую вас на канале Якобарев. В этом видео мы покажем обзор носков с подогревом на пульту. Это модель Экообогрев Remote 2200. 2200 это означает емкость аккумулятора. Может быть 3000, 4000 и так дальше. Вот, приходят они в такой вот коробке. Кого интересует габариты коробки, это 27 на 16, ну, на 17. И на 6 вес, ну, меньше килограмма, где-то грамм 500-600. Базовая комплектация у нас гарантийный талон от магазина. Это у нас, видимо, подарок, ручка фирменная с логотипом магазина Экообогрев, а также есть еще одной другой партнерский магазин Укроп, украинской рвательной панели. Так, это еще у нас инструкция это на английском, а также на украинском языке. Сами носочки. Вот это у нас аккумуляторная группа, аккумуляторы, пульт, зарядное устройство аккумулятора и носочки. Носки у нас не короткие, в принципе, я бы сказал, немножко дотягивают до колен. Вот длинные, ну, немножко похожи на гетры по своей длине, да, по высоте. Так, и давайте сейчас мы покажем, как мы подключим. Подключение носочков у нас делается таким образом. У нас есть в носках карманы, вот они, карманчики. Вот, если взять носочек, вот он здесь. И этот вот карман на липучке. В середине есть кабель DC. Так, и нам нужно подключить аккумулятор. Вот в аккумуляторе есть DC мама, соответственно, а у нас как DC папа. Подключаем. И чтобы посмотреть, заряжен ли аккумулятор, нужно зажать где-то на 2-3 секунды. Включается красный уровень, максимальный режим обогрева. Коротким нажатием переходим в желтый уровень, средний режим обогрева. И еще одно нажатие, третье, это зелененький уровень. Минимальный режим. И опять. Чтобы выключить, нужно зажать на красную кнопку где-то на 2-3 секунды. Вот. Также аккумуляторы можно включить пультом. Вот эта кнопочка на пульту. Она отвечает за включение и выключение носков. Зажимаем эту кнопочку. И видим, включился один аккумулятор, да? Подождите, важный момент, перед тем носочки нужно включить. Вот, мы включаем носки как аккумулятором, а потом начинаем управлять. Итак, зажимаем на пару секунд, и у нас включается один аккумулятор. Что нужно сделать, чтобы включился второй, и вообще рабочий он или нет? Давайте на нем зажмем красную кнопочку на пару секунд, и у нас засветится индикатор красненький. В принципе, переключение у нас происходит в ручном режиме. Попробуем здесь включить третий режим. Включается второй, первый. В принципе, переключаются режимы. Это хорошо. Выключить. Так. Смотрите, переключается. Вот теперь две, видите, да? Хорошо, теперь выключить. Зажимаю на пару секунд. 2-3. Выключение происходит. Теперь зажимаю еще на пару секунд. Включение происходит. Как видите, синхронизация моментальная происходит. Нужно просто поуправлять пультом. Вот, и батарейка подключается к пульту автоматически. Вот, выключение. Ну, пускай они будут включены. Сейчас покажу вам, где здесь расположен нагреватель элемент и как их заряжать. Ну, давайте уже по порядку. Итак, как заряжаем аккумуляторы? Если вы по какой-то причине потеряли зарядку, то ее можно подобрать по следующим параметрам. Значит, у нас получается так. Это умная литий-полимерная батарея аккумуляторная, которая перезаряжается.
Здесь производитель указывает, что нужно заряжать только оригинальным зарядным устройством. Если этого не делать, то она может выйти из строя, это будет не гарантийный случай. Значит, у батареи имеет напряжение 3,7 вольт, емкость 3000 мА или 11 ампер-часов или 11,1 ватт. Input — это означает, что чтобы ее зарядить, это входящий ток на батарею, зарядка должна иметь напряжение 4,2 вольта, 4,2 вольта. Смотрим, вот эта зарядка у нас есть. Output — она выдает 4,2 вольта, то есть соответствует этому аккумулятору. Ну а 1200 мА — это быстрота, с какой она заряжает аккумуляторы. Это получается, если у нас емкость 3000 одного, 3000 второго, вместе 6000, а зарядка выдает в час 1200. 6000 разделяем 1200, ну, где-то около 5 часов, за 5, за 4,5 часа эта зарядка зарядит эту аккумуляторную пару. Ну, в принципе, на ночь поставить тоже будет нормально. Значит, разобрались, да, как подобрать. Если вы будете использовать 5-вольтную зарядку, в принципе, ее можно купить в любом магазине. Тут тоже можно использовать, как правило, это уже как бы на свой страх и риск, но в принципе, как правило, можно. Если кто-то насчет этого имеет какие-то комментарии под видео, то, пожалуйста, отпишитесь. Ну и тогда к этой 5-вольтной зарядке USB-шной нужно такой вот кабель, только на конце, чтобы было 2 DC папа. Такие кабеля USB на одном конце, 2 DC папа на втором, два в одном, есть у нас в магазине, они бывают, можете обращаться, можем предложить. Так, дальше, значит, давайте подключим и посмотрим, где расположены нагревательные элементы. Так, еще раз включаем, нажимаем на пару секунд, напоминаю. Есть. Теперь, где, как их нужно вообще положить, чтобы они вам не мешали. Значит, нужно серединку. Ну, я советую вам вот так вот, чтобы сверху была кнопочка. Вот почему? Потому что если вдруг аккумулятором вам неудобно будет воспользоваться, или вы его потеряете, то нагнувшись к ноге, вам легко будет управлять нагревом, включением температуры и выключением. Видите, да? Ну, а также можно ее спрятать. Так. Вот таким образом. И вот аккуратненько оно вам не мешает. Дальше. Сам носочек. Сам носочек из качественных, довольно такой толстый, и у него есть такая махра, я бы сказал, в общем, зимний носок. Значит, и нагреватель элементы расположены снизу под пальцами и над пальцами, что очень полезно, интересно, комфортно и в принципе нужно. Греющая зона над и под пальцами, но как раз пальцы у нас мерзнут, потому что есть модель Base у нас на сайте. Там только снизу обогрев, up только сверху, а здесь турбо обогрев, турбо носок, это модель, которая обозначает, что двухсторонний обогрев идет. Ну и идет у нас дальше нагревательная нить, это силиконовый кабель, он не боится воды, можно стирать, только ручная стирка рекомендуется, или же если машинные, то очень деликатная стирка. И носок. Размер у него универсальный, кстати, хотя бывает и не универсальный. Это в зависимости от производителя, от модели. Данная модель у нас, вот если в спокойном состоянии, не так, вот так нужно мерить. Вот от пятки, где-то вот середины пятки, вот до носка 22 сантиметра в спокойном состоянии. А если растянуть, где-то 29 приблизительно сантиметров. А высота в спокойном состоянии, где-то 29 сантиметров. И тянется он
36-35 сантиметров. Так, дальше по температуре. Так, сейчас он включен уже на 5 минут. Температура обогрева, но по ощущениям у каждого будет своя, сразу скажу. Значит, если у вас, если вы ощущаете холод очень сильно, и у вас нарушена терморегуляция, или какая-то травма, или еще чего-то, или, например, диабет, понятно, что вам будет минимальной температуры не хватать, и вы будете использовать часто третий режим. Поэтому сразу позаботьтесь. Значит, по температуре. У нас есть три режима температуры: 40 градусов, 55 и 65. Это градусы по Цельсию. Замерения сделаны в комнатной основе при температуре 25 градусов. Ну, то есть в комнате, где 25 градусов, датчиком измеряли, производитель замерял эти показатели. Понятно, что на морозе они будут ощущаться меньше, и особенно у того, у кого есть проблемы с циркуляцией крови, с кровообращением, какие-то заболевания в этом плане, или же диабет, или же вообще плохо ощущаете тепло, то вы будете использовать чаще третий режим обогрева. Соответственно, аккумулятор у вас сядет быстрее, и поэтому я вам советую сразу купить запасную пару аккумуляторов. Вот. По поводу время работы. Значит, на минимальном режиме носки проработают вот этого аккумулятора в 3000 мА емкости литий-полимерного 9-10 часов. 55 градусов 6-7 часов, и 65 градусов максимальный уровень 3-4 часа. На максимальном уровне я не советую использовать 3-4 часа длительное время без перерыва в обогрев, потому что можно обжечься. Вы даже можете этого не заметить. Поэтому желательно с момента, когда нога нагрелась и уже не мерзнет, перейти на второй или даже на первый режим. Это режим поддержания температуры тела. Это самый щадящий, в принципе, самый нормальный режим для носков с подогревом. Из чего состоят носки, кстати, если кому интересно. Это 70-80% хлопок или катун, 20% полиэстер и 2% спандекс, что, в принципе, соответствует дышащим свойствам, и одновременно это есть термоносок, который хорошо отводит влагу. Чтобы зарядить аккумулятор, их нужно подсоединить к зарядному устройству. Зарядное устройство вставляем в розетку 220 вольт. И у нас светится сразу же красный индикатор. Красный индикатор означает, что заряжаются аккумуляторы. Если приходит зеленый, значит, аккумуляторы зарядились. Например, сейчас. Видите, зеленый. Заказать эти термоноски можно в магазине ecoobogrev.com с доставкой по Украине, а также за рубеж. Цена на сегодняшний день в районе $90. Это 2200-2400 гривен. Также возможны акции. Возможно, скидка на второй товар. Уточняйте текущие акции на сайте в описании, в ссылке под видео. Также хочу заметить, что это очень часто заказывают люди, этот товар как подарок для рыбаков, охотников, уличных продавцов, пожилых людей или тех вообще, тех, у кого мерзнут ноги. Отличный выход, кстати, для работников в холодных помещениях, на улице или на складах и так далее. Ну, у нас есть также много другой одежды с подогревом на сайте. Это перчатки, жилеты, наколенники, стельки и так далее. Заходите по ссылке в описании снизу и подписывайтесь на наш канал. Спасибо вам за просмотр. Рекомендуйте это видео. Буду рад комментариям. Всего доброго. До свидания.